Привет, друзья! Hi, guys! Все вы и каждый из нас умеет петь, а я иду играть, крак-крак, читать стихи, и я вас любил, фонтанировать идеями, как же это называется, и говорить на разных языках. Поэтому специально для вас мы открываем настоящий творческий фестиваль на иностранных языках. А называется он Smart Fest. Кажется сложно. Все же просто. S – это school. M – это music. Art – это art. Fest – фестиваль. Итак, занавес открывается. Зрители готовятся. А жюри напрягается. Smart. Смарт. Смарт. Нет, просто. Смарт-фест. Коротко и музыкально. Театрально и доходчиво. Находчиво и находчиво. Мы открываем творческий фестиваль. Для таких, как вы. Итак, удачи. Нет. Безок. Worried. Инкете. Кайна зорга. Don't worry. Нинкете па. Зайн зи глюклиш. Be happy. Суае эро. Вирвюншен фил глюк. Cheer up. Bon chance. We wish you good luck. Фестиваль ждет вас. До встречи. Dear ladies and gentlemen, I'm really sorry to frighten you, but could I have some attention, please? Attention, please. Can I have your attention, please? Guys, excuse me, can I have your attention, please? So first, hello. Hello. How are you today? Come on, you've got to smile. It's also a very sunny day, but still. So, how are you today? Very nice, very nice. So first, guys, could I have your attention, please? Excuse me, can you please stop whatever you're doing there? And can I have your attention, please? Thank you very much. So first I need to know whether we have everyone here. So do we have 6 G class? Не совсем еще. Сколько вам времени нужно? 5 E class. Are you ready? Дюмина Татьяна. Yes, very nice. Исаева Татьяна Харченко Маргарита. Антонов Илья. Гомес Павел. Адриановская Елизавета. Адрианов, you're here, very nice. Sorry for mispronouncing the your surname. Адриановская. Ким Антон. Джагмаидзе Вероника. Very nice. Смирнова Полина. Рощина Мария. Нестерова Мария. Исаева Алена. Назарова Варвара. Окей. Кузнецов Арсений. Найс. Nice. Давайте буквально несколько слов на русском языке. Уважаемые друзья, приветствую вас на очередном городском фестивале, творческом фестивале на иностранных языках Smart Fest. Расскажу вам буквально 2 минутки, пока у нас коллектив готовится, как появилась такая идея и сколько лет мы, в принципе, уже этим занимаемся. Вот приблизительно 3 года назад, чуть-чуть, наверное, побольше, мы решили, что очень многие ребята интересуются изучением английского языка или вообще иностранных языков. Ведь правда? Правда. Также очень многие ребята любят выступать на сцене, петь, рассказывать стихотворения, показывать сценки, это тоже правда. Вот мы решили как-то это все соединить и придумать что-то, чего нет ни в одной школе. В разных школах, возможно, каким-то образом присутствуют те или иные конкурсы. У нас на самом деле на городском этапе
такое разнообразие, которого нет ни в одной другой школе, ни в одном другом учебном заведении. Вот на школьный тур сегодня в нашем подразделении на авиационный, завтра, не завтра, в четверг на Гамалее и в пятницу на живописный проходит школьный тур, где мы смотрим ребят, какие, с чем вы сегодня у нас тут выступаете? Правильно, но не просто с песнями, у нас с вами инсценированная песня. То есть такой мини-мюзикл на сцене, да еще и на иностранном языке. Раз. А еще что? Конкурс чтецов. Вот давайте мы на конкурсе чтецов, ну, чуть-чуть повнимательнее меня послушайте, пожалуйста, потому что вот я сейчас разговариваю через микрофон, вы меня слышите, да? Да. А вот в конкурсе чтецов самая главная задача чтеца – это разговаривать без микрофона, но достучаться до каждого зрителя. Для того, чтобы даже если человек совсем не знает иностранный язык, он понял, о чем ваше стихотворение, что вы хотите донести до вашего зрителя. Как вам кажется, как лучше, с микрофоном? Или без микрофона? Без. На самом деле по-разному, потому что с микрофоном кто-то меня не слушает, а без микрофона все меня слушают. Учителя же тоже без микрофона на уроке выступают. Ну вот, поэтому, скажите, пожалуйста, а кто знает, что же нас ожидает на городском этапе, который будет в конце апреля, помимо конкурса чтецов, куда у нас выходят победители школьного этапа, и конкурса инсценированной песни, что еще есть? Награждение. Ну, награждение, это понятно. Есть еще очень интересное задание, это сочини сказку, когда наши будущие писатели, может быть, уже нынешние юные писатели, могут показать свое мастерство и написать сказку за полчаса, чего, в общем-то, практически нереально сделать. Но каждый год мы видим удивительные вообще результаты. И еще сценическое искусство, то есть сценка на иностранном языке, что намного проще, на самом деле, чем инсценирование песни. У нас готов 6-й Г-класс? Хорошо, давайте, отлично, давайте тогда посмотрим внимательно на наших учителей английского языка, которые сегодня у нас будут еще выполнять очень ответственную роль, это членов жюри. Уважаемые коллеги, можете, пожалуйста, подняться, мы вам поаплодируем. Да. Ну, часть поднялась на сцену, часть осталась в зале. Давайте мы все поднимемся на сцену тогда, уважаемые коллеги. Чудесные представители кафедры методического объединения кафедры учителей иностранных языков. Давайте поаплодируем им. So thank you very much in advance for doing the great job that you are doing. Let's wish everybody good luck. Good luck. Всем удачи, спасибо большое. Под аплодисменты наши учителя возвращаются в зал. И на сцену приглашается 5-й Е-класс. Под ваши аплодисменты, пожалуйста.
возьмите диплом участника. Аплодисменты, пожалуйста. Я прошу, можно мы, пожалуйста, буквально одну минутку сейчас дадим одному чтецу выступить, хорошо? Пожалуйста, сейчас второй... Второй Е класс. Уважаемые коллеги, обратите, пожалуйста, внимание, мы переходим с вами буквально на чуть-чуть совсем в номинацию «Чтецы», конкурс чтецов. И у нас на сцене... Харченко Маргарита. Маргарита, подходи, пожалуйста, ближе к краю сцены. Я прошу, пожалуйста, в зале абсолютную тишину. Last night I dreamt of chickens. There were chickens everywhere. They were standing in my stomach. They were nesting in my head. They were pecking at my pillow. They were hopping on my head. They were wrapping up their feathers as they raced about my bed. They were on the chairs and tables. They were on the chandeliers. They were roosting in the corners. They were clucking in my ears. They were chickens, 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 far as I could see. Then I walked to the announcers. They were eggs on top of me. На сцену приглашается Татьяна Семенова. Уважаемые коллеги, вернитесь, пожалуйста, на протокол инсценированной песни. I couldn't sleep tonight.
Thank you so much. Thank you. Thank you. And Tatiana's certificate is waiting for her. But she's down. На сцену приглашается Зергот Лея, второй Е-класс. Давайте будем поддерживать всех аплодисментов, и я прошу в зале абсолютную тишину. Six serving men. I keep six honest serving men. They taught me all I knew. Their names are what, and why, and when, and how. And where and who? I send them over land and sea. I send them east and west. But after they have worked for me, I give them all a rest. I let them rest from 9 to 5, for I am busy then, as well as bread, lunch and tea for the hungry man. But different folk have different views. I know a person small. She keeps 10 million serving men who get no rest at all. She sends them on her own efforts. From the second she opened her eyes, 1 million how, 10 million where, and 7 million why. Thank you, Lea. Here is your certificate for participation. Thank you so much. На сцену приглашается. Подскажите, пожалуйста, Айсаева Татьяна отдельно, да? А, ну я имею в виду просто все, это отдельное стихотворение. Исаева Татьяна, второй Е-класс. Аплодисменты, пожалуйста. Often through my car.
Martin speak? For you never shut your eye till the sun is in the sky, as your bright and tiny spark lights the traveler in the dark. Though I know but what you are, twinkle, twinkle, little star. My doggy ate my homework by Dave Crowley. My doggy ate my homework. He chewed it up, I said. But when I offered my excuse, my teacher shook her head. I saw this wasn't going well. I didn't want to fail. Before she had a chance to talk, I added to the tale. Before he ate, he took my work and added and tossed it in a pot. He simmered it with some tap till it was slightly cold. He scrambled up my science note with eggs and bacon strips, along with salt and spelling words and baked potato chips. He then took my arithmetic and had it gently fried. He broke both my book report with pickles on the side. He wore a doggy apron and cooked my book stew. He barked when I objected, but I had nothing I could do. Did he wear a doggy apron? Chef hat my teacher gave a scowl. He did, I said, and taking it would only make him growl. My teacher frowned, but then I said, as quickly as I could, he covered it with ketchup and he said it tasted good. A talking dog, the nice to cook, my teacher had a fit. He sent me to the office, and that is where I sit. I guess I made a big mistake in telling her all that. Cause I don't have a doggy. It was eaten by my cat. На сцену приглашается Джагмаидзе Вероника, четвертый Е-класс. Давайте активно будем Я прошу, пожалуйста, в зале абсолютную тишину.
Have you ever seen the beaches of the Mexico? Have you ever walked the streets of Paris? Have you ever been to of England? Have you ever been to of Spain? Have you ever walked barefoot in heavy rain? Have you ever been in trouble? Have you ever been in pain? Have you ever been in love? Would you like to do it all again? Well, I've never seen the beaches of the Mexico, and I've never been I've never walked the streets of Paris. I've never been to England. I've never been to Spain. I never walked barefoot in heavy rain. Well, but I've sure been in trouble. I've sure been in pain. I've sure been in love. I do it all again. Lina, thank you very much. Roshna Maria, welcome on stage. And next one is Sister Maria. Annabel Lee by Edgar Allan Poe. It was many and many a year ago in a kingdom by the sea that a maiden dwelt, whom you may know by the name of Annabel Lee. And this maiden she lived with no other girl than to love and be loved by me. She was a child and I was a child in this kingdom by the sea. But we loved with a love that was more than love, I and my Annabel Lee, with a love that the wind seraphs of heaven coveted her and me. And this was the reason that long ago, in this kingdom by the sea, a wind blew out of a cloud by night, chilling my Annabel Lee. So that her high-born kinsman came and bore her away from me, to shut her up in a sepulchre in this kingdom by the sea. The angels, not half so happy in heaven, went in with her and me. Yes, that was the reason that long ago, in this kingdom by the sea, the wind came out of the cloud, chilling and killing my Annabel Lee. Thank you. Thank you, Mary. Please get the diploma. Don't be sad. Everything's fine. Thank you. Нестерова Мария, please welcome on stage, and the survey Алена is getting ready. Silence, please. My House in the Highlands. Author is Robert Burns. My House in the Highlands. My heart is not here. My heart in the Highlands. Chasing the deer, chasing the wild deer, and following the roar. My heart in the highlands, wherever I go. Farewell to the highlands, farewell to the north, the birthplace of valor, the country of birth. Wherever I wander, wherever I go, the hills of the highlands, forever I love. Farewell to the mountains, high covered with snow. Farewell to the forest, farewell to the forest and wild hanging. Farewell to the forest and wild hanging woods. Farewell to the torrents and loud pouring flutes. My heart's in the highlands. My heart is not here. My heart's in the highlands. A chafing the deer, chafing the wild deer, and following the roar. My heart's in the highlands. Wherever I go. Okay, so it's time for Alona. Welcome on stage. And Filippo Milan is getting ready. Roger Waters. If I were a swan, I'd be gold. If I were a train, I'd be light. And if I were a good man, I'd talk with you more often than I do. If I were to sleep, I could dream. If I were afraid, I could hide. If I go inside, please don't put your rose in my brain. If I were the moon,
I would fall. If I were a root, I would bend. If I were a good man, I'd understand the spaces between friends. If I were alone, I would cry. And if I were with you, I'd be home and dry. And if I go inside, will you still let me join in with the game? If I were a swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late again. If I were a good man, I'd talk to you more often than I do. Thank you very much for your diploma. We welcome to stage Кузнецов Арсений. I can climb the highest mountain, sail across the wilderness sea. Now that I'm discovered, that I'm happy to be me. I can study mathematics, be a man of high degree. Now I solved the puzzle, that I'm happy to be me. I can make the finest music, write a book of poetry. Now I can learn the lesson, that I'm happy to be me. I can do the things I dreamed of, live a life that's great and free. Now I am happy to be me. Thank you very much, Арсений. The diploma, thank you. Okay. Потом, later. Relax, everything is fine. It's hard to be on stage, trust me. All right, guys, so you will know the results by the end of the week. Okay, so thank you very much. We will, because there were quite a lot of contestants today. So quite many people participated in the contest. Сегодня достаточно большое количество участников у нас было, поэтому до конца недели мы подведем результаты и обязательно сделаем рассылочку по тому, что у нас получается. Потому что тут тяжело.